Юрий Радцев. Либеральный дискурс практически не опасен для нынешней российской власти и дискредитировал себя в глазах значительной части общественности. Иначе их просто не допускали бы к микрофону на том же самом эхе, как минимум. Леволиберальный дискурс. Ну, он выгоден власти. Они совпадают очень часто. Эти позиции, популистские власти и леволиберальные. Я уж не говорю о том, что они очень плотно сотрудничают. Там, я не знаю. Ну, почти все эти журналисты, которые представляют леволиберальный дискурс на эхе, они все грантополучатели. Все кремлевские. Там и... Ну, все, не хочу там... кто сколько получил, рассказывать, сами можете проверить. И они сотрудничают. В этом, кстати говоря, очень такая заметная особенность. Они, вот эта леволиберальная тусовка, она очень продажна. Она продает свои позиции. Она продает свои позиции власти. Она продает свои позиции, там, не знаю, американским либералам. Они же все вдруг стали страшными противниками Трампа. Леволиберальная московская тусовка, сторонниками демократической партии. Сейчас там один из них меня назвал расистом. За то, что я просто пытался анализировать ситуацию, сложившуюся в Соединенных Штатах. В Штатах никого не обвиняю. Просто пытался понять, насколько опасна эта ситуация, насколько ее раскручивают американские левые либералы. Ну вот, московские левые либералы. Тут же начали обвинять в расизме. Там, меня просто нацистом назвал. Мальчик, который там смотрел в рот и задавал вопросы, и эмигрировал, кстати говоря, в Соединенные Штаты как политический эмигрант. Ничего не сделав политического и не участвуя в противостоянии предпринимателей. И вот теперь, значит, тот, кто, кого он там обожествлял какое-то время, вот уже нацист, не нравятся ему взгляды, отличные от его собственных. Ну, продажные они. Это их особенность.